Продолжается проект «От нефти Music Arts». На этот раз гостем концертного зала общественного центра «Алмет» стал солист Белгородской и Курской филармонии Тимур Халиуллин. Его программа «От барокко до рока» открыла новый сезон и провела зрителя от одной знаковой эпохи в музыке до другой, как это было в сюжете Тимура Туманова. Концерт сам по себе уже как бы настраивает такой лад, что это будет что-то такое высокое. И ожидания публики музыкант оправдал. Концерт открыла токката и фуга Баха, одно из самых узнаваемых произведений классика. И, как говорят музыканты, это настоящее испытание для исполнителя. Тимур Халиуллин добавляет «воплощенная богобоязненность». Такое сильное впечатление оказывает эта композиция на слушателя. Мы сегодня Баха будем слушать не как академического композитора, а как композитора, я попрошу представить наших слушателей, как композитора-рокера своей эпохи. Потому что «Токката и фуга ре минор» во многом шла вперед времени и при жизни в церкви не исполнялась. Это музыка, в которой больше общего с призраком оперы Уэбера, чем со стилем эпохи барокко, который настраивал на молитву, на общение с Богом. Один только первый аккорд внушает страх и ужас. Классика жанра и современные мотивы занимают в программе равные половины. В перерывах между исполнением Тимур рассказывает зрителю свою авторскую задумку. Тематический концерт, почти в рифму «От барокко до рока», обещает провести зрителя от начала 18 века до второй половины века 20. Среди авторов произведений не только Бах, Лист, Мусоргский, но и Эндрю Ллойд Уэббер, автор мюзикла «Призрак оперы», а также хиты группы Queen и Deep Purple. В всех этих органных хитах присутствует партия органа, поэтому орган объединил эпохи, объединил природу, культуру, искусство и нас с вами. Этот вечер, как и с десяток других, в календаре культурной жизни алметьевцев входит в проект «От нефть Music Arts». В новом сезоне для наших зрителей будут выступать как уже полюбившиеся коллективы, так и новые исполнители. Программа будет очень разнообразная. И такая насыщенная программа не оставила зрителей равнодушными. Здесь получают удовольствие все возрасты. Как говорится, музыке тоже все возрасты покорны. Так что спасибо «Татнефти» за вот такое замечательное доставляемое удовольствие. «Татнефть Music Art» продолжит свою работу до лета. Тогда музыканты и организаторы уйдут на каникулы, уступив место другим проектам в культурной среде города и фестивалю «Каракус». А как попасть на концерт, можно узнать в общественном центре «Алмет». Тимур Туманов, новости Юго-Востока.